сегодняшний наш стол, круглый стол, вывел нас на разные вопросы, на вопросы благотворительности, на различные проекты, на фестивали, на новые какие-то содружества, сообщества. Очень много собралось достойнейших людей. И было интересно общаться, было приятно смотреть на очаровательных дам, было приятно их слышать и слышать благородных мужчин, которые тоже здесь очень ярко выступали. Мне кажется, что вот такие собрания, когда объединяются интересные люди, состоявшиеся, и каждый что-то привносит свое, рождают новый уровень, новую ступень и в общении, и в сердце каждого из присутствующих. Какие-то новые идеи и новые надежды. Мне, например, сегодня было очень интересно увидеть актрису Янину, Сашу Синельникова. Ну, как всегда, Сережа Дворянов ярок, самобытен. Ну, что я могу сказать? Мы должны держаться вместе. Творческие люди должны объединяться, потому что вся жизнь нас разъединяет. Сейчас вообще такой период разъединения и политически между странами, и личностно, когда все сидят в интернете и общаются друг с другом не напрямую, а смс-ками. Вот вы сидите в другой комнате, вместо того, чтобы, допустим, подойти ко мне или мне к вам и спросить вживую, задать какой-то вопрос, вы мне напишите смс-ку, и я буду на нее не звонком отвечать даже, а также набирая шрифт. И вот в этот момент такое очень важно объединяться и чувствовать красоту общения. Ну, красота всегда идет от женщин, поэтому спасибо вам за то вдохновение, которое вы дарите, и ту жажду какого-то приобщения к вашей красоте.